тональность ля минор. Один теоретический физик любил пианистку одну. Ходил он за нею повсюду, она ж неприступна была. Она никого не любила, гнала от себя всех за шеи. Она говорила: моим будет мужем новый русский крутой бизнесмен. И теоретический физик пошел он, шатаясь, в кабак. И там он по-свински напился дешевым вином каберне. А утром, проснувшись, он твердо решил с каберне завязать, свою пианистку забыть навсегда и в науку уйти с головой. Уйдя с головою в науку, он с горя такое открыл, что нобелевским стал лауреатом, ему аплодировал мир. Она ж на телеэкране тот образ не сразу узнав, сказала: какая же дура была я, но поздно уж было рыдать. И вот она пишет в столицу, где он лауреатом живет. У него и квартира, и дача, и новый Линкольн в гараже. Но он до сих пор не женатый, ее позабыть не сумев. Ее фотокарточка в раме тяжелой висит над постелью его. И вот она пишет в столицу: простите, была не права, я вас уж давно полюбила, да вот написать не могла. То не было шариковой ручки, то денег бумагу купить. Теперь же готова я к вам переехать и верной подругой вам стать. От радости он засмеялся и в кассу быстрее побежал, но вспомнил, что в кассу не надо, ведь есть у него самолет. На личном своем самолете ее он в столицу привез. И там они сразу же с ней поженились, им хлопал научный весь мир. А свадьба была в ресторане, сверкал ослепительно зал. Там были одни лауреаты, подсказывай, и пили вино каберне. А утром в холодной постели соседи два трупа нашли. Ее фотокарточка в раме тяжелой сорвалась, а ночью с гвоздя. Когда их вдвоем хоронили, там был даже сам президент. Он, шляпу снимая, не плакал, помощнику тихо шептал: ты их схорони в мавзолее за место былого вождя. Пусть юные скауты ходят и смотрят, какая бывает любовь.